Это влог. Это влог. Как думаешь, почему я с собой постоянно ношу маркер? Чтобы нарисовать татуировки? Да. Дай мне руку. Нет. Мне точку поставлю. Сказала, точку поставишь. Девочки, на маникюр записалась. Что это такое? Я рассказываю про свою статистику в симуляторе рыбалки. Вот здесь все написано. Я поймал 1121 рыбу. Как улов? Пока не клюет. Поклюнул. Вот этой штукой я занимался 13 часов подряд. Помотанной жизнью, взрослый подросток, мечтает о многом. Как будет на русском? Как мне выспалась? Забыла все слова. Как будет? Как называются спортсмены, которые занимаются кёрлингом? Кёрлингом. Как это на русском? Кёрлингист. Как называются спортсмены, которые занимаются лошадиным спортом? Без лошадей, которые? Слушайте. Вы в Москве. Какая ты была бы рыба? Линь. Какая ты была бы рыба? Карась. А вы знаете, что... Сейчас, не так. А вы знаете, что Сашу повысили в группе «В чем дело», и он теперь носильщик вещей? Поздравляю с повышением. Где моя зарплата? Большое человеческое спасибо. Желтая машина. Егор Крид, давай фит. Сколько можно выбирать еду? Столько, сколько нужно. Саша, это все тебе? Что, скучно это чем? Очень. Кто за красавчики? Ну что такое? Кто такой красивый? У нас группа теперь называется «Очко». Красивое очко. Ну вот это реально красивое. Саш, пока! Был пацан и нет? Пацана. Вот дальше гримерка. Валер, приятного аппетита. Даня, приятного аппетита. Саша, да. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, приятного аппетита. Наташа, спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Я кушаю салатик. Очень вкусно. Сейчас покажу вам площадку. Наша гримерка. А вот здесь площадка. Сцена. Фирма Evans. Мне очень нравится. Корона. Ребята, за вас и за Кавказ. Будьте счастливы. На гримерку пожаловала главная актриса песни, клипа «Тату». Да, надень черные очки, чтобы тебя никто не узнал, потому что этот клип набрал почти 80 тысяч просмотров в Ютубе. Там больше, там 200 с чем-то. В ВК 200 тысяч просмотров. Диана, ты популярная. Спасибо, как и ты. Что, пацаны, переживаете? Дань, сколько у тебя складок на лбу? Маша, у тебя? Ну как, вот так. Вообще мало. У меня мало, да. У меня просто. Маша, это просто человек моей да. жизни, моего 6 детства. Лет мы посчитали. Короче, Маша пришла поддержать нашу группу на концерте. Да. Смотрите, а если я спрыгну, то за сколько? За сколько я спрыгну? За 5 рублей. Да, я тот человек, который пишет сет-листы. Если вы их берете с собой, то это мой почерк, а не кого-то из группы. Здравствуйте. Я переживаю. Сейчас Маша обсуждала, я говорю, прикинь, мы такие. Я говорю, прикинь, блин, у меня жизнь Ханны Монтаны, я на концерты гоняю на маршрутках. Живу в селе, даю концерты в Москве. О, это привет. Живу в селе, даю концерты в Москве. Упустил возможность посмотреть сегодняшний концерт, тот лох. Настя, это есть в каждом блоке. Все, выходим. Давай.
давай тебя ждем, иди. Давай, иди, сделаем. Мы звукача потеряли, нет звукача. Кричим, что? Я крикну хуй. Мы все классные, мы всех порвем, мы всех разорвем. Москва слезам не верит. Я вас люблю. Мы группа «В чем дело?» приехали к вам из города Волгоград. А песни? Как тебе понравилось? Да. Группа «В чем дело?» Привет из Омска! Здесь Ваня Шкале, скажи, насколько ты оцениваешь наше сегодняшнее выступление? Хороший, да. На 8. Ты кайфанул? Это главное. Чуваки, у нас свечка. Было видно, когда, короче, на песне «Психологи» чувак со своей женщиной, но он такой взрослый, он просто встал и ушел. Вот. И я еще так смотрел прям вслед за ним, короче, как он уходил, короче. А потом он вернулся. Я очень рад, что познакомился с новыми людьми. Все очень чудесные ребята. Спасибо вам. Нас кьют влог, ребята. Спасибо большое. Безумно рада, что мы двигаемся вперед, и что у нас получается писать песни, получается расти. Я этим живу. Если бы ни в чем дело, я не знаю, но типа. На самом деле я дед. Я уже давно хочу спать. Вот. Но когда в меня попадает капля алкоголя, я становлюсь Настей в чем деловной, и мне хочется тусить. Что скажешь? Да хорошо. За сколько бы ты искупался вот под этой водой? За минуту. Давай. И за пачку клинских сухарей. Закончу этот влог. Подумала, такая прикольно. А представь, ебать ты старый. Спасибо. Ну, как-то так.